Всем любителям корейской косметики большой привет! Сегодня у меня краткий отзыв на увлажняющий крем с цветочными экстрактами на бюджетный бренд 3W Clinic. Для такого недорогого продукта очень удивила баночка из толстого стекла. И как там ни крути, стекло в руках держать куда приятнее, нежели пластик. Цвет у крема нежно-розовый, ароматы для меня не самые приятные, это запах недорогого крема, но на коже он держится недолго. Хоть сам производитель и старается с достоинством нам преподнести этот крем, и в описании указано, что он состоит сплошь из цветочных экстрактов вперемешку с гиалуроновой кислотой, однако всю действительность мы можем увидеть, лишь взглянув на сам состав. И вот на всех ресурсах компоненты, входящие в этот крем, они почему-то очень сильно отличаются. И я решила просто взять и вам и сфотографировать состав. Надеюсь, вы его хоть как-то увидите. Ну и как оказалось, все эти цветочные экстракты, гиалуронка, находятся в конце списка, к сожалению. А в самом начале у нас находится минеральное масло, силиконы, парафин и так далее. Ну и теперь по результату. На ночь я с таким составом этот крем наносить побоялась и использовала его только днем. На мое удивление, этот крем очень хорошо увлажняет кожу. Он снимает моментальное шелушение, делает кожу гладкой, напитанной. И, как ни странно, он довольно быстро впитывается. Также декоративка на него наносится неплохо. Другое дело, сколько она будет держаться на лице вот с такой моей комбинированной кожей. Но, по крайней мере, с моим тональным кремом, с BB-кремом, он не конфликтует. Также я полагаю, что на лето для моей кожи все-таки он будет плотноватым. Хотя никто и не обещал, что он подойдет для комбинированной кожи, там, для жирной, потому что в описании так и указано, что этот крем предназначен именно для сухой кожи. Вообще я считаю, что он в принципе... что это, в принципе, сносный продукт, особенно если брать во внимание такое вот соотношение, как цена и качество. Если у вас он не вызывает комедоны, какие-то подкожники, раздражение, аллергию, ну, такую нежелательную реакцию, то почему бы и нет? Я думаю, что он неплохо подойдет для сухой кожи, потому что он мгновенно увлажняет кожу. Он, по крайней мере, он у вас будет, он нейтрализует сразу чувство стянутости после умывания, и его очень удобно применять под декоративную косметику. В общем, на этом у меня все. Я буду рада, если мое видео для кого-то окажется полезным. Всем пока!